Сегодня у нас в гостях выпускник училища Олимпийского резерва, профессиональный боксер, чемпион мира и Европы в любительском боксе Хусейн Байсангуров. Здравствуйте, Хусейн. Здравствуйте. Как у вас проходит сейчас подготовка? Ну, подготовка проходит по плану. Пока есть время, решил чуть-чуть так старое вспомнить. Приехал в училище, сюда я как в родной дом приезжаю. И чуть-чуть с Ваги Вшириновичем, с тренером по боксу работаем, так есть чему поучиться. То есть, когда вы находитесь в Москве, вы сюда приезжаете тренироваться? Есть места, где я еще тренируюсь, там разные направления, но как у меня время бывает, я вот с радостью или просто в гости, или потренироваться, как сейчас, я стараюсь посещать это место. В основном, где у вас проходит подготовка к бою? Ну, в последнее время это зависит от того, где будет бой проходить. Если, скажем так, Европа, Россия вот в этой стороне, то мы здесь тренируемся. Киев, там, Москва. А если там где-то вдруг намечается в Америке или где-то, придется туда улетать, там, за месяц-полтора минимум. Надо там быть, чтобы акклиматизироваться, чтобы проблем не было перед боем. Можно пострадать от этого, от акклиматизации, в общем. В ноябре вам поступило предложение, судя по вашему инстаграму, об участии в вечере бокса. Да. Но, к сожалению, что-то отменилось там. Да. Что за соперник? Можете нам сказать? Ну, мы готовились, мы так планировали где-то к концу года сделать бой, и нам предложили 7 декабря провести бой. Где-то за 3 недели, по-моему, с нами связались, за 3, да. В Саудовской Аравии вот на выходных прошло шоу, там вот тяжеловес Энтони Джошуа, Энди Руис, там чемпионский бой был. Ну, очень крутое шоу было, и я решил, что оно того стоит, надо рискнуть, хоть времени так много было. И соперник у меня был хороший француз, там он в рейтингах хорошо стоит, и участник Олимпийских игр, там без проигрыша. Ну, хороший соперник, хороший опыт был бы для меня, и плюс такое шоу, я думаю, там можно было бы хороший бой закатить. Но вроде мы уже все приняли, решили, все, дремся. Где-то за неделю, по-моему, за 2 недели даже до боя позвонили и сказали, что он травмировался. И вот так отменился бой. Такое бывает, если честно, это не удивление. Я мог травмироваться, это часто практика. Насколько обидно или вот то, что готовились, уже настраивались? Ну, обиды такой нету. Мы понимаем, что это естественный фактор. В спаррингах, когда под конец ты уже гоняешь вес, там пик формы стараешься набрать, вот ты очень хрупкий, можешь заболеть, что-то сломать. И я не удивлен, что это случилось, потому что всегда ожидается. Даже бывает, что промоутеры всегда на замену кого-то держат, если вдруг. И как к работе отнесся? Ну, не получилось сейчас, знаю, что в следующий раз получится. Так что. Когда у вас, например, бой в Америке, как вас поддерживают зрители? Как эмоционально вы себя там чувствуете? Как вас встречают? Честно, в Америке пока только младший брат дрался, у меня не получилось там подраться. Мы там ведем переговоры, просто так пойти и подраться там не так легко, как, например, здесь или в Европе. Там нужно, чтобы ты с кем-то был на контракте, то есть там юридический подход очень важен, рабочая виза, там все дела. То есть если ты там какой-нибудь глупый шаг сделаешь, может даже тебе сделать депорт, и ты больше не сможешь туда полететь. То есть все зависит от промоутера? Да, промоутеры, менеджеры, они должны все там договариваться. Есть переговоры, если получится, дай бог, уже в новом году планируем там уже там выступать. Посмотрим. А как промоутеры взаимодействуют с тренерами? Ну, вообще, по факту никак. Я выбираю тренера, кто мне подходит, я выбираю. А промоутер должен мне условия создавать. Угу. Вообще он организатор, скажем так. И финансовые, и вот эти все расходы, моменты все через него. А за сколько вы узнаете, что вот у вас будет бой, чтобы провести подготовку, выйти на пик формы? То есть достаточно сложно, у вас же нестабильный календарь. Да, ну, в идеале, если хорошие, серьезные бои, в год где-то 3 боя получается, ну, максимум 4.
Если серьезный 12-раундовый там титульный бой или как-то, то минимум 2,5 месяца уходит на подготовку, а то и 3. Ну, скажем, 2-2,5 вот так. Поэтому за это время стараешься набрать пик формы. А с каким соперником вы бы хотели встретиться? Честно, не знаю, такие вызовы бросать не вижу смысла, но уже хотелось бы с топовыми бойцами, и желательно, чтобы такие топовые бои в Америке проходили. Потому что здесь можно драться, и ну, мало кто это увидит и узнает. И в плане финансов это не так выгодно. Такой тяжелый труд там оплачивается, можно сказать, намного больше, чем здесь, если так смотреть. Если раз уж рисковать и драться с хорошими, боксировать, то лучше там. Ну вот не бросая вызов, за кем следите? За каким боксером? Ну знаете, сейчас стало модно, это вот из мира ММА многие взяли, что вот я там хочу драться с тем, давай соглашайся. Это потому что это все коммерческие организации, например, будь то UFC, там Bellator или ACA в России, там, они в одной организации, они могут друг другу бросать вызовы. И просто за своих пиар-ходов организатор может им сделать бой, если народу это интересно. Мир бокса – это не коммерческая организация. В мире, ну, например, в моем весе около там 2000 человек, 2000 с чем-то даже. И все в разных организациях. И мне надо вести переговоры не с самим боксером. То есть мой менеджер или промоутер должен с его промоутером разговаривать. И если они договорятся, тогда мы будем драться. Если же, как бы мы ни хотели драться, если мы не договорились, там, может, по цене, по времени проведению или по месту проведению, то бой просто не состоится. Сегодня даже чемпионы, которые известные звезды, не могут между собой подраться, потому что они не могут договориться насчет боя. То есть, на ваш взгляд, правильно ли, вот, как вот в ММА, да, выходят и показушно кидают вызов? Ну, это для бойцов это нормально. Ну, например, человек, который дерется в том же ACA, например, в российский промоушен, он не может бросить вызов человеку, который дерется в UFC, потому что он знает, что юридически это нереально. Или ему надо в UFC подписываться, или тот должен в его компанию. Также в боксе, ну, это нелегко. А в ММА это, ну, это легко, это, ну, в принципе, это нормально. Сейчас это стало уже в России модно, вот этот трэш-ток. Люди за океанами это начали, и тут поняли, что этим надо пользоваться, потому что люди смотрят, и простой, на самом деле, серьезный, там, порядочно хороший парень уже не так интересен. А вот тот, кто чуть-чуть заводит публику не только боями, но и словами, уже на него спрос появляется в России. Сами ММА не интересовались? Ну, я наблюдаю, у меня близкие друзья выступают в ММА. Вообще, ММА я узнал от своего, скажем, брата старшего. Адлана Магов такой был, в UFC выступал. За ним следил, он очень яркий боец. Потом в ACA у меня много друзей, близких, которые выступают. В UFC знакомые, которые выступают. Я и там, вот когда они дерутся, я за ними наблюдаю, болею за них. А так в целом, так смотреть такого нет, если честно. Какой у вас обычный режим дня? Во время подготовки или во время отдыха? Ну, давайте мы сейчас о подготовке поговорим. Ну, подготовка. У меня утренняя тренировка зависит от моего времени утренней молитвы. Она со временем чуть меняется в зависимости от рассвета, там, когда-то раньше, когда-то позже. Потому что утром встаешь, помолился, идти на тренировку намного легче. Иногда бывает, что мы там утром встаем, помолились, легли спать, и потом часов 8-9 обратно встаем и идем на тренировку, смотря там, какая тренировка. В общем, утром подъем, это тренировка. Не сказать, что зарядка, потому что она полноценная тренировка. Потом обратно, завтрак, ложимся спать, отдыхаем, днем встаем. Так, обед, чуть прогуляться, там, с друзьями, с братьями чуть-чуть посидеть. И вечером 5 часов тренировка, где-то часа 2-3 она. И, ну, и все, вечерняя прогулка и домой. Во время подготовки ничего интересного нет, только цель, все подготовка, режим. Да, и
даже не всегда получается соблюдать этот режим, потому что иногда из-за тренировок не можешь вовремя уснуть, перетренированность, там, уставший. Иногда чуть-чуть даешь себе слабинку, там, где-то заговорил, загулял, по телефоне посидел. Ну, загулял, я имею в виду про прогулки, а то они так поймут. Вот, ну, такое в целом. А когда отдых, вот, период восстановления у вас? Как вы проводите свой день, где отдыхаете, где предпочитаете отдыхать? Я стараюсь с братьями куда-нибудь полететь на отдых. Зимой это куда-то чуть дальше, летом куда-нибудь поближе отдохнуть, потому что я знаю, это время быстро пролетит, и потом мне опять надо в зале быть, и потом будешь думать, лучше бы я отдохнул бы. И, конечно, вот приезжаю домой, на родину, с родственниками, с близкими, и провожу время, и оттуда уже потом куда-то дальше путь держим. Ну, судя по вашему инстаграму, выбираете теплые места, теплые края. Да, я один раз ездил на Эльбрус, катался на этих лыжах, и это не совсем удачная поездка была. Да и получение травмы тоже опасно. Но если ты не умеешь, ну, тяжело ехать куда-то далеко, и там, ну, терпения чуть не хватает учиться. И, если честно, я очень, ну, так тяжело понимаю это, подняться, потом спуститься, потом опять подняться, потом спуститься, ну, как мы. Ничего интересного. Ну, это интересно, но, не знаю, раз ты уже физический труд проделал, я считаю, где-нибудь в теплых краях отдохнуть намного приятнее будет. Ну, у каждого свой интерес. В своем инстаграме вы написали комментарий, что едите диетическую пиццу. Что это за пицца? Да, это мы шутили так. Шутка? Да. Как вообще вы питаетесь? Какой у вас рацион питания? Ну, вообще, во время диеты стараемся хотя бы в 4-5 раз в день кушать правильную еду, чтобы раньше казалось, вроде надо мало кушать, меньше кушать, а наоборот, оказывается, надо правильную еду много раз кушать в день. И это помогает тебе с твоим обменом веществ, чтобы потом во время весосгонки тебе было легче. И также мы стараемся более правильную еду, есть повар, который нам готовит. И, сами не готовите? Ну, сами иногда приходится. Ну, когда на выезде, например, или в рестораны ходите? На выезде в Америке было, например, сами готовили. Угу. Но еда ужасная там, если честно. В плане натуральности. Вообще, я был просто... Ну, мы первый раз поехали в Америку, я это рассказываю друзьям, зашли в супермаркет, и там... огромный выбор, все так блестит красиво, там клубника большая, голубика там, а я не знал, оказывается, это все искусственная тема. Мы все понапокупали там, овощи, фрукты, и пришли домой и кушаем, можно сказать, и у овоща, и фрукта один вкус, в общем, как вода. Потом нам сказали, что это вообще для бедных магазин. Есть такой магазин, ну, другие магазины, где вот органик продукт, там вот именно знак органик. И он, типа, считается натуральным. Но он такой натуральный, как тут то, что мы считаем ненатуральным. Например, в магазинах пакетированные соки, для нас они ненатуральны. Там вот органика, она проверена, типа, ближе к натуральному. Чуть это мне не понравилось, если честно. Натуральный продукт. К питанию вы избирательны? Это, конечно, это обязательно. Фастфуд нет? Фастфуд не стараюсь, нет. Ну, я уже так окончательно решил для себя, что ничего в этом положительного нету. Редко, может, во время отдыха могу себе позволить. Или там, когда безвыходность. Ну, и то фастфуд, пицца, вот то, что там. Или, не знаю, филе, фиш, там, с рыбой, что-то. Вот так. И все, максимум. Сладкое – это вредно? Сладкое – вредно. Сладкое и вредное, и оно напрямую, можно сказать, влияет на физическое состояние, если много есть его. Я даже слышал, что на выносливость влияет, если поменьше употреблять сладкое, можно больше выносливости как бы добиться. После боя, через сколько времени вы приступаете к тренировкам? Я стараюсь максимально отходить от бокса. Максимум там, что я могу во время отдыха позволить, это бассейн, баня там или футбол. То есть вы так восстанавливаетесь? Да, ну,
Не знаю, я как-то решил для себя, что моральное состояние – это очень важно. И когда от бокса морально ты отдохнул, потом тебе возвращаться и заново делать работу намного легче. То есть ты свежий, голова у тебя свежая и нормально у тебя все. Какими средствами восстановления еще пользуетесь, кроме бани, бассейна? Какие-то есть специальные методы восстановления? Таких прям специально. Во время отдыха такого нету. Вот режим, можно сказать, вольный. Стараюсь травмы залечить, там, витаминами подкрепиться. И в основном с друзьями больше времени провожу. Мне как, ну, я в своем кругу и морально, и физически отдыхаю. Мне это очень приятно. И отдых мы тоже. То есть я не лечу на отдых только там один, чтобы отдохнуть. А если вот компания, да, потому что вместе весело. Поэтому можно даже в Москве или в Грозном мы можем вместе собраться и проводить нормальное время. Готовясь к интервью, я многих сотрудников поспрашивала о вас. И спортивная часть мне сказала, что вы очень любите плавать. И когда учились у нас здесь, всегда вы никогда не пропускали дни бассейна. Я когда узнал, что училище будут строить бассейн, я реально очень рад был, потому что я вспомнил, как мы вставали утром и ездили в другой район на маршрутке, чтобы поплавать. Это тяжело, ну, в плане не совсем удобно. А если тут прямо на территории будет бассейн, это вообще идеально. Бассейн – это, ну, это просто плавание, один из лучших, наверное, видов спорта, который помогает тебе, а не травмирует тебя. И в боксе, это, да и вообще в единоборствах, я считаю, что плавание очень большую часть занимает. Выносливость оно очень сильно дает. То есть это для вас тренировка, не как восстановление? Конечно, тренировка. Да. Ну, восстановление, я могу к нему очень так слабо отнестись, могу чуть там 500 метров, там, километр проплавать легко и уйти. А когда уже тренируюсь, то есть определенная работа, там, в воде есть определенная дистанция, там, определенный вид, которым надо плавать. Чуть-чуть другой подход. Перенесемся на ринг во время боя. Какая вам дистанция комфортнее? Не знаю, такого прям нету. Зависит от соперника. Какая дистанция сопернику некомфортная, я буду стараться в этой дистанции боксировать. То есть вы каждому спортсмену готовитесь? Да, конечно. Ну, это и есть профессиональный подход, так и надо. Пусть не всегда это делаю, но надо, чтобы это так было, что вот индивидуальный подход к сопернику, чтобы у тебя на автомате было все, что вот ему мешает, что с ним проходит, чтобы ему было тяжело максимально. Можете нам поподробнее рассказать вот именно подготовка к определенному сопернику, как вы тактически подходите, физически, психологически, как проходит работа? Я не люблю смотреть бои соперника, да и вообще бои, где я не могу научиться чему-то, я не смотрю, вот, будь то бокс или другие виды спорта. И в основном тренер смотрит бои, или там мои друзья смотрят, и мы так, они вот тут так, и я тоже чуть-чуть могу посмотреть, и все. И вот в этом направлении, в основном это тренер делает на это акцент и делает, дает задание. А я стараюсь максимально укладываться, потому что выносливость нужна. Даже если ты его можешь выиграть в первом раунде, ты должен на все там 12 раундов быть готовым. И морально ты должен подойти к этому. Тактически это уже план тренер ставит. Ну, то ты можешь чуть-чуть подкорректировать. С тренером? Да, конечно. Если тренерам не доверять, то я не вижу вообще смысла с ним работать, в принципе. Поэтому я давно еще для себя сделал вывод, что тренер огромную роль играет в карьере боксера. Он как из него может сделать чемпиона, так же может и загубить его карьеру, если попадется такой неграмотный тренер. Разногласий не бывает при подготовке? Нет, разногласий нет. Советуемся друг с другом, как что, чуть-чуть можем. Я могу от себя что-то добавить, убавить тренер. Ну, в основном, если тренер сказал, да, так, разве что что-то больше сделать. Иногда бывает, что тренер просит поменьше делать, потому что там завтра другая работа. Там, или... Прислушиваетесь в этот момент, когда говорят: «Хусейн, ну, хватит, вот на сегодня хватит, а вам еще два подхода». Ну, это, с одной стороны, даже приятно, потому что было бы плохо, если бы мне говорили: «Еще надо, там, что ты уходишь». А так, да, прислушиваюсь, стараюсь. Чья идеи или по плану уже начали заниматься тяжелой атлетикой? Ну вот тоже тренер посоветовал,
что, ну, хорошая тема. До этого я кроссфитом мы занимались. Да, мы видели. И, если честно, я вот как тяжелой атлетикой попробовал, как техникой научился, и тягаю весы разные. И мне кажется, ну, мне это даже больше понравилось. То есть тяжелая атлетика больше, чем кроссфит? Она больше подходит для меня, потому что там взрывная сила, и она нужна в боксе. А в кроссфите оно тоже надо, но там чуть-чуть другое. Там уже силовая выносливость. Можно там на силовую выносливость, а тут уже такую взрывную силу. То есть силу. Все, что было в балансе. Да. Вот, вот, вот это опять же тот же план, чтобы это сделать, и потом выйти в ринге. Это все, чтобы тебе максимально помогло. Это и есть профессиональный подход. В любом случае, это говорит о том, что вы действительно понимаете то, что вам нужно, как готовиться, и уже чувствуете себя. Да, это да. Уже есть профессионализм. Как вы питаетесь накануне боя, с учетом того, что вы гоняете вес? И как у вас проходит вот весогонка? Весогонка всегда тяжело проходит, будь то 5 килограмм или 10 килограмм, неважно. Мы стараемся витаминами подпитываться, пробуем и такую, и другую диету. Иногда очень проблемно получается в бою, иногда нормально. Мы в основном так из опыта делаем выводы, что если так пошло нормально, на этом и остаемся. И после боя, ну, после взвешивания стараемся водный баланс восстановить и углеводов набраться. Потому что есть так сказали, что если, например, мясо наесться, набьешь желудок и не сможешь потом, а мясо долго переваривается. Поэтому быстрые углеводы закидываем, они быстро осваиваются. И потом еще, короче, много раз кушаем маленькими. Бывало ли такие форс-мажоры, когда вот уже вот-вот взвешивание, вес были, не подходит? Да, были. Один раз в Баку профессионалов, один раз был у меня, когда у меня в Баку был бой, защищал титул. Взвесился в гостинице, нормально было. Было лишнее, пошел в весогонки, да, ну, тяжело очень было, еле вспотел, там полчаса бегал. И вроде был в весе, поехал, взвесился, а там чуть другие весы были. И за 50 грамм там тренер того боксера начал возмущаться, что надо, чтобы меньше. Угу. И сказали, хорошо. Гонял. Подождал чуть-чуть. И, ну, не совсем гонял, подождал чуть-чуть, обратно взвесился. Или я не знаю, это весы такие не были. Не так встали, может, да. Может быть, да. То есть есть такие нюансы неприятные. Да. Вы один раз взвешиваетесь перед боем. Да. Как вы думаете, вот насколько сейчас новые правила в вольной борьбе, теперь они взвешиваются два раза? Насколько это сложно, и вот что вы можете ребятам посоветовать? Как им? Ну вот из-за этого быть? Сейчас многие поменяли свои веса. Я слежу за вольной борьбой. У меня много знакомых в олимпийской сборной вольной борьбы. И как я понял, там тяжело много гонять, и потом в один день отбороться, потом еще раз согнать, это очень тяжело. В боксе каждый день взвешивание в любительском. Я по себе знаю, ну, когда я гонял, приходилось даже ну, на чемпионате мира после боя ночью еще одеваться и идти бегать, чтобы я утром был в весе. Это ужасно было, если честно. Насколько это правильно, вот, то, что сделали сейчас для вольной борьбы? Я не знаю, честно, это последнее время столько всего меняется, и вообще не поймешь, для чего они это делают. Они переживают за этот вид спорта или стараются на, ну, как-то помешать развитию. Но они что-то вводят, видимо, им это надо. И, а спортсменам, хочешь, не хочешь, приходится подстраиваться под эти правила, если ты хочешь выступать. И многие меняют веса, чтобы более... в хорошем состоянии быть во время схватки. Когда вы учились в училище Олимпийского резерва номер один, что вам больше всего запомнилось? Мне все запомнилось. Мне здесь очень нравится. Даже сейчас я приезжаю просто проводить время, мне это очень приятно. И тогда казалось, а вот тяжело там, то все. Но на самом деле здесь, эти года, которые здесь проходили, просто одни из лучших, наверное. И компания, ну, люди, которые занимались со мной, были очень хорошие, порядочные ребята. Тренер, тоже золотой человек просто. Учителя, воспитатели, всех почти помню.
есть положительные и такие негативные моменты, но они все в любом случае в итоге положительно на меня сказались. Как бы я могу сказать только спасибо всем большое, реально. Воспитали и научили. Так что... Как вы попали в училище? Кто вас пригласил сюда? У меня здесь учился старший двоюродный брат Заурбек Байсангуров, потом Саламбек Байсангуров. Это все вот начал отец мой. Они с Вагиш Ильичем познакомились. Mm-hmm. И вот мы так на боксерский путь встали, и все прошли через школу, училище, ну, вот, ну, олимпийскую школу. И про эту школу, в принципе, знают все мои знакомые, что мы через... Я всем советую сюда приходить. И советую тем, кто реально может результат показать. Mm-hmm. Я не хочу там краснеть за кого-то, потому что я за себя не давал повод краснеть кому-то. Если человек старается делать результат, выступает хорошо и воспитанный, я вот говорю, ну, советую, можешь поехать, и максимально стараюсь помочь, чтобы или он поступил, или тренировался, потому что я знаю, только польза от этого будет. Сколько лет вам было, когда вы поступили в училище? Я вчера думал про это, вот я не мог вспомнить, или это 2007 год был, вы или 2000. Вы с 7 класса здесь учитесь? Да, это я помню, 7 класс. Вот 2007 был, октябрь, я помню, это было 5 mm-hmm. октября поступление мое. Или 2006, или 2007 год был. По-моему, 11, по-моему, мне было. Mm-hmm. Первый год не скучали? Или 12, 11. Не, семье, ну, у меня тогда брат двоюродный здесь учился, Саламбек Байсангуров. Он, по-моему, год-два отучился и уже вышел, 11 класс закончил, и все. Потом уже один. Ну, были земляки, друзья, и на тренировки приезжали многие. Как бы я здесь чужим себя никогда не чувствовал. С детства я хожу сюда и всех, в принципе, знал. Сейчас вот можете вспомнить, когда вы учились, каким вы поступили? И каким вы выпустились? Сравнить вот эти вот моменты. Многое не знал. Ни в учебных знаниях, ни в спортивных. Ну, так, получил большой жизненный опыт. Как человек, как спортсмен состоялись при выпуске? Я считаю, да. Потому что, я говорю, многому научился. Я не могу сказать, что это пик или потолок того, что, чему надо учиться. Ну, на то время, на тот возраст, я считаю, что я, ну, там, из 100, если брать, процентов 90, как бы, нормально был готов к взрослой жизни. Помните какие-то смешные моменты или что-то интересное? Можете рассказать нам? Надо подумать. Ну, в основном так с ребятами связанные моменты были в учебе там. Уроки часто прогуливали? Нет. Я просто так, ну, редко прогуливал. И то, значит, какая-то причина была. Вначале я вообще, ну, старался на отлично учиться. Потом, когда уже спорт начал больше времени забирать, у меня приходилось чуть-чуть поменьше уделять времени учебе. Но меня понимали, давали там дополнительные задания, или как-то я старался этот вопрос для решать, чтобы и меня. Да, вот это и есть большой плюс, что простая школа так не будет понимать. А тут даже про время уроков подобрали так, что вот после утренней тренировки ты чуть отдохнул и идешь на учебу. Ну, ваш взгляд, как бы могла сложиться ваша жизнь, если бы вы не попали в училище? Честно, я не знаю. Я как верующий человек, я в судьбу верю. Uh-huh. Я знаю, что Богом все предопределено, и прошлое не изменить, а будущее мы не знаем. Поэтому я так и живу этим днем. Да, ну, я рад, что... Я не знаю, что было бы, но я рад, что тому, что было. Uh-huh. С годами наше училище достаточно сильно изменилось в хорошую сторону. Сейчас бы хотели быть учеником? Да. Ну, не хотел быть учеником, а хотел бы представлять училище. Например, я хотел бы, не знаю, какой-нибудь чемпионат мира, там, или Европы, или Олимпиады, какую-нибудь медаль выиграть. Может, даже вот привезти ее сюда и повесить куда-нибудь. Не знаю, что пусть она висит тут на память. А сейчас я в профессионалах, я стараюсь... профессионалах как-то... Не думали о любительском боксе? Честно, нет. Я наблюдаю, что происходит в любительском боксе. Я рад, что я ушел с любителя. Я ушел не потому, что
Я не хотел оставаться, потому что мне показали, что там как бы не так, как я думаю. Чем ближе становилась Олимпиада, тем реальнее ты понимал, что одним боксом там тяжело будет. Многие говорят вот это выражение, надо быть на голову выше. Но когда ты дерешься, боксируешь с людьми, которые так же, как и ты, готовились там целый год к этому старту, которые, можно сказать, не уступают тебе ни в чем. Бывает, ты чуть-чуть титулованными людьми уходишь и показываешь, что ты чуть-чуть лучше. И объективное судейство должно отдать победу тому, кто чуть-чуть лучше там или чуть-чуть хуже. Неважно, чуть-чуть, но лучше. Какая разница? А бывает, что приходится чуть-чуть не хватает из-за того, что там вне ринга какие-то игры идут. И да, это об влияет этом морально много очень. Говорят, что есть такие. Я перестал уважать эту систему, когда ты ее не уважаешь, тяжело. Там тоже много что поменялось, но в целом такие произвольные судейские решения, они есть. И не важно, что про них говорят там, вот, ну, поговорили, что засудили, а толку? Тебе победу не вернули, и твоя работа, как бы, кто-то ее не оценил как надо. Это же на самом деле нечестно. Это, можно сказать, спортивное преступление, которое... Надо было бы наказывать людей. Сейчас в России вы наверняка следили, какие проблемы именно с российским спортом. Профессиональный бокс к этому не относится. Но вот можете ли прокомментировать, либо что-то поднять дух нашим спортсменам, которые... Я в любом случае желаю удачи всем. Я болею за них. Вот эти моменты сейчас, которые даже ВАДА... Конечно, дыма без огня не бывает. И я считаю, что чиновники, которые... должны были проконтролировать этот момент. Они виноваты в этом. Если соперник, если спортсмен употребил допинг, его должны наказать. А из-за того, что кого-то не наказали, а потом узнали, что его что он потом со временем, что спалился, он, оказывается, тогда был на допинге. И из-за него какой-то трудяга, который там вышел из деревни, хочет добиться чего-то, он страдает из-за этого. Это очень нечестно. И это тяжело воспринять. Мне очень тяжело было понять, что вот перед Олимпиадой год остался. Мне бы сказали, что я не еду на Олимпиаду из-за того, что дисквалифицировали сборную. Это вообще даже представлять тяжело. Какие у вас дальнейшие планы на спорт, на жизнь? В спорте максимально... Не знаю, может, лет 5, 7 максимум. Если все со здоровьем, все нормально будет, планирую уделить спорту, добиться максимальных результатов и завязать со спортом. И буду помогать тем, кто хочет чего-то добиться. Тренером хотели бы стать? Не, это слишком тяжело для меня. Может быть, я, навряд ли, если... По планам, которые я хочу, как бы тренером, может быть, я бы построил бы школу, где бы тренировали детей. Но самому тренировать, я знаю, это очень большой труд. Вы готовы создать условия для спортсменов? Да, если мои возможности будут мне позволять, я готов как и у себя на родине, так и здесь, я не знаю, молодежь, чтобы вот этот спорт был максимально доступный. Не именно бокс, например. И бокс в том числе, и другие такие виды спорта, в которых человек будет развиваться. Какой профессии себя вообще видите? Может быть, художник? Нет. Я вообще рисовать не умею. Музыку тоже не люблю. Но честно, если так, то я бы каким-то более духовным наставником себя вижу в плане религии, там, или говорить про хорошее и запрещать плохое, например. А так в жизни, я говорю, если в спорте у меня все получится, я планирую как-то в этом направлении развивать, чтобы и для других, для бедных людей этот спорт стал доступным. Потому что многие из-за того, что не могут себе купить перчатки или бинты, забрасывают и становятся не на совсем хорошую дорогу. А впоследствии это уже влияет на всю его жизнь. Наше интервью завершается. Чего бы вы хотели пожелать спортсменам училища Олимпийского резерва? Как быть чемпионом? Я в первую очередь хочу сказать огромное спасибо училищу Олимпийского резерва.
Я всем благодарен, начиная от входа КПП охранников, заканчивая директором. Я с директором очень хороших отношений. Давид Владимирович очень порядочный, достойный человек и многое делает для училища. Я рад, что училище развивается, строится. И осталось теперь только добиваться и приносить золотые медали в копилку училища. Желаю всем терпения и трудиться, не жалея себя, и успех в этом и заключается. Ничего невозможного нет.